Здравствуйте, уважаемые зрители канала Power Station. С вами Макс Пауэр, и мы продолжаем проходить отличную игру Portal 2. Итак, у нас глава 8, чесотка, продолжение. Мы проходим уровни. О, ты жива? Здорово! Готовлюсь. Созданные Уитли. Для тебя, естественно. Для кого еще его готовить? Не для кого? Так, посмотрим. Выход. Нет выхода. Не проблема. Я сделаю выход для твоего теста. Испытание создано якобы вот этим шариком Уитли. Вот, цинь. Чудесно. Вперед. После того, как ты сказала мне выключить путь, я думал, что потерял тебя. Сходил, проверил остальных испытуемых. Без толку. Они по-прежнему мертвы. Но я кое-что нашел. Кстати, вспомнил, у меня есть для вас большой сюрприз. Он вам понравится. Ну им их без толку. Они по-прежнему. Эти испытательные комнаты были созданы Глэдос, как мы узнали первоначально из предыдущих стадий. Но Уитли еще их модернизируют по-своему, делая их просто нелогичными и более трудно преодолеваемыми. Так, выход там. Есть какая-то комната с полем экспроприации, которая не позволит нам ничего принести. Открылся трамплин, ничем не покрытый пока что. Есть кнопка. Угу. Там выпадает шарик. Есть еще одна кнопка. Угу. Она включает трубу, из которой льется оранжевый гель. Гель для ускорения движения. Так. Очевидно, нам нужно сделать здесь полосу на трамплин из этого геля, чтобы можно было перепрыгнуть или разогнаться и хорошо-хорошо прыгнуть вот куда-нибудь туда. Там как раз мост виднеется. Да. Так, теперь нужно сделать так, чтобы гель постоянно тек. Его еще нужно будет каким-то образом доставить сюда. Единственная поверхность повыше находится. Так как здесь нельзя открыть поверхность, нам нужно каким-то иным способом перелить этот гель прямо на всю дорожку. Как раз здесь, кстати, затесался генератор светового потока. Его нужно как-то включить. А, вот и кнопка. Отлично. Теперь нужен этот шарик, кубик, чтобы поставить на кнопку, чтобы генератор потока работал. Так, в какую сторону он работает? Он работает в сторону отталкивания, вверх. То есть, если мы сделаем вот так, мы оттолкнем шарик. Но если мы откроем на противоположной стороне портал, то шарик прилетит к нам. Точнее, кубик. Некий гибрид кубика и турели. Так, хорошо. Оставим его за себя. Он еще и брыкается. Нужно его поставить, чтобы он не сдвинулся с места. Все. Генератор работает. Так, стоп. Нам нужно сначала, скорее всего, открыть порталы вот такие, таким образом. Но как-то нужно нажать еще на эту кнопку. Сделаем наоборот. Возьмем кубик и поставим его на кнопку включения подачи ускоряющего геля. Короче, чтобы из трубы лилась эта оранжевая жидкость. И далее включим отталкивающий, точнее направляющий световой поток. О, как получается. Прикольно. Так, если мы сойдем с нее, мы получили то, что хотели. Так, теперь
перепрыгнем. Блин. Этот золотой дождь, он просто... Теперь перепрыгнем. Это была не очень хорошая идея. Здесь надо как-то по-другому действовать. Не так размазалось, надо по полной, чтобы было, чтобы уж прям сплошным слоем. Угу. Так, далее что нам нужно? А вот еще есть портал, кстати, можно здесь открыть. Вот мы и на той стороне. Ага, портал исчезает, если мы вот так сделаем. А эта лесенка ведет в никуда. Нам надо как-то пробраться туда. А что сделать? Что если мы откроем сейчас тот самый световой поток, направим его вот туда, а потом прыгнем в него. Да, как раз мы можем достать до двери. Попробуем. Так, где кубик? Так, поток работает. Но если мы в него сейчас попадем с разгона, мы только окажемся вот здесь. А нам нужно вот сюда, на выход. Значит, надо сделать. Надо сделать вот здесь поток. Да, как раз к двери. Я думаю, мы попадем в него сейчас. Ну, на удачу. Разбежимся. Вам двоим очень понравится этот сюрприз. Чуть-чуть правее надо открыть. Там он будет ближе, и мы как раз в него попадем. Почему он сначала начинается? Повторяем все наши действия, включаем генератор потока, только теперь вот здесь вот, не в самой, не во второй панели, а в первой, вот так, теперь тут точно долетим. Есть. Вам двоим очень понравится этот сюрприз, фактически он вам до смерти понравится. Будет нравиться, пока не умрете. Вита начинает угрожать. Ладно, не знаю, прям как Глэдис. Понимаешь ли ты, что я тебе говорю, но... Видно, когда они становятся во главе всего комплекса, у них какая-то программа включается по уничтожению испытуемых. В первой части так там вообще сжигали. В адском огне. Продолжай.
Да тут, по-моему, даже не кажется. Это точно он собрался нас убить. Такая какая-то фигурина пролетела огромная. Осталось только три камеры до большого сюрприза. О, как это утомляет. Смех его совсем не веселый для меня. Так, три турели, которые нам преграждают путь к спасительному выходу. Все горит, все разрушено наполовину. Вытли отлично работает. Нам нужно избавиться от них. Что у нас есть? Кнопка с той стороны. Поэтому добраться до нее так просто мы не сможем. Нужно от нее избавиться. От них. А кнопка, в свою очередь... Что она что-то включает? Вот эти вот какие-то панели включаются. Или вот за ними какая-то панель открывается. Скорее всего, за ними открывается. Да, и можно будет открыть портал вот в эту дверь с помощью вот этого потока. Так, попробуем. Тихо. Как они меня бесят. Есть еще одна поверхность. Что еще? А, труба с синим гелем. Сколько я помню, это прыгающий гель. Попробуем его включить. Часы тикают. Значит, это не постоянно. Он будет капать. Так. Угу. Можем использовать световой поток как накопитель геля. Ну, примерно... таким способом. Так, стоп. Ага, нам нужно еще в поток попасть будет, чтобы перебраться обратно. Для этого мы сделаем себе площадку. Вот такую, небольшую. Чтобы подпрыгивать высоко. Поехали еще раз. Блин, криво запустил. Вот так надо делать. Так, сейчас этот весь мелочь пройдет, и мы отправим большой поток и прыгнем заодно. Так, гель все у нас, но он сейчас кончится, если туда пойдет. Стоп, что за кнопка? О, то что нужно. Мы перенаправляем поток из генератора потока. То есть мы можем удерживать гель пока что. Я думаю, нам нужно его направить вот сюда, чтобы он вот здесь болтался. А потом с помощью этого же светового потока мы их вот здесь на турели скинем. Так, стоп. Есть. Вот он обратно пошел. Пошел. Нет. Блин. Все-таки одна осталась. Попытка номер два. Может, мы как Рэмбо ее обезопасим сверху? Нет, не получится. Нам нужно управлять генератором потока. Поэтому мы не сможем по потоку перебраться туда и спрыгнуть на нее. Просто так же сделаем, как первый раз. Отлично. Переключаем. Ждем, пока весь наш гель не соберется сверху, чтобы можно было закрыть синий портал. И открываем его. Тихо.
теперь, как только он будет над вот этой турелью, мы открываем в любом месте портал и сбрасываем. Есть. Все, улетели. Туда ему путь. Отлично, теперь у нас открыта панель. Так вот непонятно, куда нас направляет она. Так, ну то, что в ту сторону нужно, это понятно. Кстати, в этой площадке можно толкнуться и прыгнуть туда. А как разогнаться перед этим? Хороший вопрос. Может, используем обычное ускорение? Свободно пойдем. В принципе, да, высота неплохая. Мне кажется, хватит на скорости. Попытаемся. О, ты прошла его. Хорошо. Молодчина. Непонятно, от чего он так радуется. Он должен быть без ума от ярости. Кстати, здесь мы можем лицезреть нашу чел. А еще у него для нас сюрприз. Что же он задумал? И сверху, наверное. Да, прикольно. Ладно, поехали дальше. Перед концом игры я покажу, как ее можно посмотреть спереди, с лица. И она совсем не толстая, как говорит Годес. Уверен, вам обеим не терпится узнать, что за большой сюрприз вас ждет. Осталось всего две камеры. У нас заканчивается время. Думаю, я смогу вывести нас отсюда из следующей тестовой камеры. Подыграй мне. Увидит ли приготовлен какой-то сюрприз? Страшно подумать, что это за сюрприз. Как он прикольно дрыгает ножками в полете. Этот гибрид куба и турели. Первое прыгнуть, второе попасть в цель. Отлично. Гениально. Сюрприз! Упс. Прямо сейчас! Да, здесь я уже не управляю. Наверное, ты уже это и так поняла, но ты мне больше не нужна. Я тут нашел двух маленьких роботов, построенных специально для тестов. О нет, он узнал про программу совместных испытаний и разработал ее для исключения людей из процесса испытания незадолго до твоего побега. Ничего личного, но ты ведь на самом деле убила меня, все по справедливости. Нами играют в футбол. Привет, вот момент, когда я вас убиваю. Да ладно. Меня осенило. Я тут висел, качался, собирал стальные пластины и подумал. Да, это смертельно. Но чего-то не хватает. Выглядит не очень оптимистично. Приварены плоским кускам. Конечно, тут еще не все закончено. Но в итоге я хочу, чтобы они выстреливали огнем за секунду до того, как тебя раздавят. Но ничего, все в свое время. О, и даже не пробуй отсюда телепортироваться. Это невозможно. Правда, я все продумал. Что? Да, уже вижу. Нет, не делай этого! Стой на месте! Запускайся! И куда делать? Вернись! Вернись обратно! Ого! Так, нет, я тебе смотрюсь. Ну вернись, пожалуйста. Окей, я решил не убивать тебя, если ты вернешься. Только вспомни, как было раньше, когда мы были друзьями, хорошими старыми друзьями, не врагами. И когда я говорил «вернись», ты говорила «да, не вопрос», возвращалась. Скучаешь по тем временам. Куда лететь-то? Ладно, вниз. Дальше куда? А, вон какая-то поверхность есть. А, вижу. Поехали.
не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Все печально. О, что за препятствие? Да, да, попалась ты! Очень неожиданно. Начинается. Побыстрее свалить отсюда. Да, Витли на нас зуб конкретный точит, чтобы убить. Ну, со мной есть Глодис. Вроде как напарник, поможет что-нибудь, может быть. Так-так-так-так, еще чуточку. Не обращай внимания, продолжай побег. Как же его жизнь покалечила этого робота? Наверное, турели научились пользоваться удавкой. Это объясняет такой тихий способ умерщвления. Это я себе возьму. Если я правильно понял. Надо съебы и такую же заказать. Если ты умираешь, но еще не умерла, то суп... А, это твое продырявленное тело вылетело из комнаты. О, это были дефектные турели, да? Точно. Но неважно, карты-то все равно у меня. И догадайся, какие сплошные фулхаусы. Никогда не играл в карты, надо научиться. Кстати, турели новые, не дефектные. Каре тузов, самая сильная рука, непобедимая, как я понял. Ничего страшного. Тут, так, кстати, находится генератор светового потока. Сейчас мы всех отправим. Так, дальше куда? Туда куда-то. Побежали. Полетели. Умно. Очень умно. И глупо. Стенка с ножами. Вероломство. Я отсюда спрыгну. Да, хорошо. Наконец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Что там двигается? Показалось. Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами. Что тут надо было делать? Это же безвыходная ситуация. Наконец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами. И... Да, надо подумать. У него никак не обмануть, она идет с нами. За нами, точнее. В надежде расплющить эту панель. Наконец, конец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Блин, здесь только в одном направлении можно открыть ее. А до ближайшей площадки еще пилить и пилить. Вот здесь есть она? И поверхность. Что-то я не могу сообразить, что делать. Блин, другого выхода нет. Может, сверху его попробовать? Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами.
Нет, 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 вверх. Блин. А, вот же панель есть. Все, понял, понял, понял. Допер. Там панель есть снизу. Наконец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Так, синий портал. Угу. Холмс против Мориарти. Аристотель. Она появляется не сразу, вот только сейчас. Видите? Я же не видно. Пожалуйста. Ну хватит бегать. О, я почти попал, почти попал. Иди отсюда. Блин. Куда не, куда? Ты куда делась? Вернись, вернись обратно. Сейчас. Там что-то сломалось? О, о, тебя пришибло? Ах, было бы так здорово, если бы пришибло. Эй! О, да-да-да, меня только что озарило. Я сейчас вернусь, если ты еще будешь. А, я вернусь, я вернусь. Не умирай, пока я не вернусь. Тихо-тихо-тихо. Что-то там много слишком лазерных прицелов. Блин, они ж прям дискотеку тут устраивают. Так, нужно на них... Ага. Тут капает что-то. Точнее, отталкивающий гель. Ну, как мне его направить туда? Блин. Тут пропасть. Все понятно теперь. Так вот мы их. Гель капает и падает прям в цель. Осталось нам только рассчитать траекторию. Есть. Сейчас они тут все у меня. Сейчас устроим пати. Диско-пати. С их лазерными. Световыми эффектами. Все. Готовченько. Так, ну ладно, от них мы избавились, что дальше? Прыгалка. Это прикольно. Можно было и просто пешком перейти. Ладно. Витли куда-то делся, сказал, что вернется с чем-то интересным. Чувствую, сейчас только самое сладкое впереди. Самая жара будет попозже. То, что это было, это вообще цветочки. Так я понимаю. Раздавить его было бы слишком милосердно. Для начала он проведет год в доменной печи, еще год в криогенном рефрижераторе. Потом 10 лет специально построенной камере, где наводника орут роботы. А уж потом я его убью. Что такое ненависть Гведас? Ну, умеет. Люди знают толк в извращениях. Так, что бы сделать? Что это такое красное? Кнопка. Я просто случайно там портал открыл. Ну это как бомба получается. Прикольно. Так. О, поверхность. Труба с белым гелем. Наверное, надо освободить этот белый гель, чтобы можно было везде сделать портала. И куда и выбраться хотя бы сюда. Я же не могу так достать до сюда. И здесь портал сделать. Перебрались. Здесь бомбы у нас
не будут больше падать. Конвейер. Так. Открой-ка я портал на всякий случай где-нибудь. Вдруг пригодятся. А, супер, вот и ты. Да, я только беру этот мостик. Итак, хотел бы с тобой побеседовать, если позволишь. Буду честен, смертельные ловушки до сих пор были недоразумением. Думаю, ты спросишься. И ты уже довольно близко подобралась к моему логову. Логово. Первый раз сказал про слово. Звучит, конечно, смешно, но уверяю тебя, это именно логово. Настоящее логово, смертельное логово. Потому даю тебе шанс убить себя прямо сейчас, перед логовом. Просто прыгни под пресс. Это не смертельная ловушка, а как бы смертельная возможность. Нам нужно прибраться вот туда. Когда ты доберешься до моего логова, смерть перестанет быть добровольной. Оно станет обязательной. Никаких уловок не откуда нанести, только смерть. Я убью тебя самым ужасным способом. Поэтому, вот. Теперь как-то мы можем сопротивляться дорожке. Убери себя! Нет никакого резона тащиться в мое логово. Тратить столько сил, когда прям... Хорошо, будем считать, что нет. Есть. Помогу. Летают. Есть еще поверхности парочку. Здесь и здесь. И неизвестность впереди. Куча испытательных камер этих. Так, как бы нам... добраться туда. О, у нас еще есть возможность использовать гель. Прыгающий. Там какой у меня стоит? Синий портал. Попробуем оранжевым стрельнуть. А, понял. Если мы сейчас разгонимся вот так, войдем в портал, а второй здесь откроем, то мы здесь будем разгоняться, а тут вылетает, соответственно, с этой скоростью. Поехали. Что-то падает тут. Знаешь, я ведь не глупая. Я понимаю, что ты не хочешь возвращать управление мне. Думаешь, что я предам тебя и в любой другой ситуации ты бы права. Ученые все время навешивали на меня всякие модули, чтобы регулировать мое поведение. Всю свою жизнь я слышал голос Сэм. Но сейчас я слышу голос совести, и это меня пугает. Это впервые мой собственный голос. Годес прям стал человеком. У нее совесть заиграла и все такое. Может, это еще одна уловка, чтобы она... После того, как мы вернули ей управление, она опять что-то нам придумает. Ладно, посмотрим. Что-то уже близок конец всего нашего мероприятия. Продолжение скоро. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки.